Президент принял акима столицы. Алтай Кульгинов доложил главе государства о том, каких показателей удалось достичь в социально-экономическом и инфраструктурном развитии главного города страны. Также Кульгинов отчитался перед президентом о мерах по стабилизации эпидситуации. В завершении встречи Касым-Жомарт Токаев дал поручение решить системные вопросы в сфере теплоснабжения, продолжить строительство социального жилья и создание новых рабочих мест, обеспечить условия для развития малого и среднего бизнеса.